знаешь ты ее? Ну, блондинка такая еще глазастая. Но ты ее видел? Не знаю. Ну, у нее песня такая еще есть, «Загорелая попка». Какая-какая песня? Ну, «Загорелая попка», что, не помнишь? Загорелая попка, попка у меня, загорелый животик у меня. Хорошая песня. Ну, вспомнил? Не, не вспомнил. Она тогда еще на закрытии была. Да я тогда в хлам был. Ну да. Но во время церемонии ты еще нормальный был? Ну да. Ну так она тебе вручала статуэтку. Спела тогда и вручила. Не помню. Ну и как она? Кастинг прошла? Нет, не прошла. А чё так? Как поют, так и сосут. Алло. Валентин? Да? У вас кастинг в Доме кино. 15.00. Да, хорошо, я буду. Вы опоздали на 11 минут. Но мне далеко добираться. Позвонили ровно за час и... Это ваша проблема. Да, я понимаю, простите, просто... Просто вы не совсем понимаете, куда попали. Нет, я понимаю, что мне повезло. Извините, но просто у вас тут такие переулки, я еле нашел. Фото. Заполняй. Значит так, ничего не изображай, будь самим собой, не пытайся понравиться. Веди себя свободно, будь искренним, смотри четко перед собой. Старайся не отводить глаза, не смотри в пол. Не разглядывай руки, не поправляй прическу, не нервничай, не волнуйся, не чешись. Улыбайся в меру, не переступай с ноги на ногу. Старайся понять, о чем тебя спрашивают, не делай долгих пауз. Улыбайся в меру, не хмурься. Шумно не сглатывай. Голос должен быть ровным, не тихим, не громким. Алло. Да. Ну и где вы? Прыгает Катерина с декорацией вниз на батут и вылетает обратно, вниз и обратно. Зрители в трансе, актеры пополам. Угу. Один, играющий Кулибина, говорит: «Не принимает тело, Волга-матушка». И анекдот про тебя. Да ладно. Три молодые мамаши сидят во дворе и смотрят, как их дети возятся в песочнице. Первая говорит: «А вот мой сынок будет архитектором. Он у меня замки из песка делает». Вторая ей: «А моя девочка будет дизайнером. Она у меня куклам платье лепит». А третья: «А вот мой мальчик будет режиссером». Все: «Почему?» Глядите, обосрался, а как головку-то гордо держит. О! Здравствуйте, проходите. Анкету позвольте вашу. А, да. Значит так. Вас зовут Валентин? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валентин, я... Значит так, Валентин. Не болтаемся, из кадра не вываливаемся, хорошо? Ага. О чем мы щуримся? Ну так,
Свет яркий. Ну так привыкаем. Угу. Так, здравствуйте. Меня зовут Валентин. Я закончил ГИТИС, мне 28 лет. Пою, танцую, занимаюсь фехтованием и... Интересно, вот смотрите, Валентин, у вас тут написано. Занят в независимом авторском проекте. Жопа. Где? В жопе. Ну да, это спектакль такой. А позвольте полюбопытствовать, а кого вы там играете? Не за главную роль? Нет, я играю мальчика Витю, которого мама отправляет в жопу. И что ж, мальчик Витя? Ну, он отправляется. Куда? В жопу? Да нет, это жопа, это название деревни, там его бабушка живет, и вообще это веселая комедия о человеческом счастье. Где? В жопе. Ну да, в жопе и вообще. Так, интересно, а у этой веселой комедии о человеческом счастье есть автор? Да, конечно, это молодой парень, родом из Минска. А, ну тогда все понятно. Валь, в профиль встань. Ага. Чуть-чуть на нас. Ага. Валентин, а кроме жопы вы кого-нибудь хотите сыграть? Мне очень нравится Антон Павлович Чехов. То есть вы Чехова хотите сыграть? Нет, я хочу сказать, что мне нравится драматург Чехов. А теперь с улыбочкой повернись. А. И я бы с большим удовольствием сыграл бы Треплю в Вишневом саде. В Вишневом саде? Блин, нет, в Чайке, ну. Я хотел сказать в Чайке. А вы знаете эту роль? Не понял. Еще раз в профиль. Ага. Голову к нам, плечо опусти. Ага. Нет, я не знаю этой роли, ну, в смысле текста. Ну, хоть какие-то слова вы должны помнить. Да, должен сейчас. А, он говорит, нам нужны новые формы. Вот, отлично. Вот их и говорите. Валя руки от лица. Понимаете, нам нужны новые формы. Новые формы. Валентин, Валентин. Подожди минуточку. Иди сюда. Вот скажи мне честно, тебе самому нужны новые формы? Да. Ну вот и скажи мне так, вот как вот мы с тобой сидим, так и скажи. Просто. Понимаете? Нам нужны новые формы. Новые формы. Валентин, а зачем тебе новые формы? Ну как вам объяснить? В искусстве должны быть новые формы. Так, ну, интереснее. А ваша жопа? Ну вот ваша жопа, это новая форма? Нет, это веселая комедия о человеческом счастье. Понятно. Ну что, Валентин? Мы сейчас включим музыку, а вы подвигайтесь, потанцуйте. Хорошо. Поимпровизируйте под музыку. Хорошо? Угу. А можно больше танцевальных движений? Ну? Ну что, ну, узнаешь? Ну, музыка же из загорелой попки. Активнее, активнее, Валентин! Ну вот сейчас, когда с текстом, начинаешь вспоминать? Все, точно, вспомнил. Попка, конечно. Ну, наконец-то. Слушай, ну да, как пою, так и сосут. Валентин, а вы, кстати, умеете петь? Я? Да, вы? Немного. Немного это как? Ну, для себя. А для нас? Спеть сможешь? Могу. Ну так спойте.
Что? Да что угодно, пойте. Ладно, сейчас. Валь, ты звездой, ты хочешь стать? Ну, а... Ну так делай, что говорят-то, Валь, ты не готов. Я ж не знаю, что надо петь. Ой, блин. Скажите, а у вас есть какая-нибудь группа или исполнитель, который вам нравится? Да. Какая? Мне нравится группа Sex Pistols. Вау! А вы можете что-нибудь исполнить из их репертуара? Хорошо, я попробую. Да, давайте. I am an Обана. Antichrist. I am an anarchist. Don't know what I want, but I want how to get it. I wanna destroy, but now cause I wanna be anarchy. Пиздец. Валентин, зачем вы сюда пришли? Я? Да, вы. Валентин, зачем вы сюда пришли? Мне работа нужна. Так. Вы только что спели о том, что вы анархист и антихрист. Зачем вам работа? Ну как зачем? Мне нужны деньги. А, значит, анархия по боку. Вы политикой интересуетесь? Политикой я? Да. Как вам сказать, мне нравится наш президент! Понятно. Хорошо. Можете рассказать анекдот? Анекдот? Валь, что ты все время переспрашиваешь? Валь, ну ты же не глухой, ну... Не, ну я просто, чтобы понять, а анекдот про президента... А почему именно про президента? Вы что, других анекдотов не знаете? Знаю. Расскажите любой другой анекдот. Ну вот, например, спрашивают у актера, скажите, а правда, что все актеры в жизни играют? И актер отвечает, что вы? Да никогда! Ха-ха-ха. Вот. Валентин, а вы в жизни часто играете? Ну, иногда. А сейчас вы играете? Сейчас. Мне кажется, у меня не получается. Это правда. Ты хоть имеешь представление, куда ты попал? Ну, так, в общих чертах. Вот именно. Вот именно, что в общих чертах. Если бы ты имел представление, что это за кастинг, если бы ты понимал, какой шанс тебе выпадает, ты бы выложился бы на всю катушку. Я готов. Точно готов? Да, я готов. Тогда раздевайся. Чего? И вот опять ты переспрашиваешь. Нет, я просто хотел понять целиком. Нет, трусы оставь. Валь, давай быстрее, а? Валь, ну не тяни. Давай, давай, Валя, давай, быстрее, Валек. Оленька. Оленька, Зою Ларионовну пригласите нам, пожалуйста. Нам нужна помощь с костюмом. Спасибо. Ну что ты ерзаешь? Ну, холодно. Валь, сейчас будет жарко. Валентин, Валентин, не дергайтесь, не мешайте профессионалам работать. Расслабьтесь. Пожалуйста. Ну да. Замечательно. Замечательно. Массовка нужна.
Ольга, Ольга, можно всех посмотреть? Валь, ну покрути, что ли, не знаю. Ну давай, давай, Валь, давай. Свет. Валентин, сейчас попробуйте почувствовать атмосферу. Почувствуйте ритм, партнеров. Ну, посуществуйте, хорошо? Музыка! Валентин, вы в центр, пожалуйста. Вот так. Да-да-да-да. Хорошо. Встал, Валь, давай, двигайся, Валя, давай, двигайся, Валя! В жопу! Идите вы в жопу! Пошли вы все в жопу! Что? Ты что, с ума сошел? Мы что, тебе тут игрушки играем с тобой? Знаете что? Что? Да идите вы в жопу! Со своим шансом все, хватит, надоело! Мы все для вас как... да как говно! Как куски мяса, как... проститутки какие-то! Сидишь там по 4 часа в очереди, приходишь сюда, и вот на тебе! Ручки покажи, ладошки покажи! Следующий! Да нафига вы вообще все эти кастинги устраиваете? Все равно ведь утверждаете своих! Дочерей, сыновей, любовниц, любовников! У нас все в нашей стране через жопу! И вашу звездность тоже через жопу! А вы сами в телевизор хоть раз смотрели? Там же одни сладкие рожи, ни таланта, ни голоса. Зато свои. А для кого? Мейерхольд говорил, не до толпы надо опускаться, а толпу поднимать. А у вас там два. Комеди-клаб, эти каникулы в Мексике, да с такими, как вы, смотришь в телевизор, и IQ сам по себе в два раза понижается. Да нахера мне ваша звездность? Чтобы за фотографами бегать, чтобы потом в журнале напечатали? А, нет! Чтобы на ваши гламурные тусовки ходить, чтобы продюсеры не забывали, да? Нет уж, спасибо! Уж лучше я в своем студенческом театре залом на 100 мест останусь и буду там гнойного Буратино играть. Но во мне хоть какая-то душа останется. Хоть какой-то, пусть даже маленький, но намек на творчество. На искусство, искусство! А вы идите в жопу! Со своими звездами и со своим шансом. Валентин, Валентин, вы прошли кастинг, вы нам подходите, остановитесь. Валь, подожди, берем. Ты, роль твоя. Идите вы в жопу со своими кастингами. Идите вы в жопу со своими анкетами. Со своими очередями, со своими сраными продюсерами. Сколько уже можно?